Всем привет, с вами Андрей Санар, за моей спиной Лосевский порог, а на том берегу наши ребята устроили гребатлон. Вот делать им нечего, минус 7, зима, 4 февраля, а им покататься захотелось. Ну, уже катались, уже ныряли, я тоже кое-где покатался, но это совсем другая история. Так что сейчас пойду поближе снимать, как они там кататься будут. Какие шикарные валы! Оригинальнейший покрафт. Такого больше в наличии нет. Но если вы хотите, такой покрафт можно заказать в тайм-триале. В нем 10 цветов. Сделан из ТПУ. Идеальная спортивная форма. Для того, чтобы покорять валы. Вот гребатлонщики выгребают на открытое пространство и сейчас пойдут по валам. Небольшое интервью. Совсем маленькое. Алексей, скажите, что это за мероприятие? Чем оно интересно? Это очень секретное мероприятие под названием гребатлон. Проводим мы его совместно с Time Trial. Спорт, здоровье, новые модели лодок. Как ощущения? Сейчас погодка явно не летняя. Самое главное ощущение у наших зрителей. У них эмоции драйв. А нам это все настолько в кайф и классно. И мы питаемся этими эмоциями. Дмитрий! Что скажете о мероприятии? Оно шикарное, огненное. Вокруг снега, нам жарко, тепло. Оборудование протестировано. Походу, какое-то призовое место даже взято. Мы приехали, вам очень интересно было посмотреть. Вот два крутых покрафта. Один ПВХ, другой ПУ. Слушайте, они крутые, но они вот по-разному работают. Очень здорово, если надо смотреть. Просто мы очарованы. Фан-группа. Впечатляет, очень красиво, интересно. Видно, что это здоровье, что это хорошее настроение. Молодцы, ребята, так держать. Даже зимой в феврале. Я купил себе шикарное весло. Оно стоит много денег. Мне жалко его потерять. Оно, конечно, само по себе не тонет, да? Но помимо того, что не утонет весло, оно помогает мне держаться на воде, чего я сегодня, кстати, воспользовался, да? Подгребая веслом, клянувшись. Во-вторых, оно добавляет яркости, да? Как мы видим, само весло темное, вода темная. Потеряв весло, искать его где-то там в озерах не очень хочется. Подходит как, соответственно, для любого весла, любого размера, любой формы. Стоит копеечно, как бы, да, но весло за немалую сумму денег, оно почти поможет. А вот тут исполнение смертельного номера. Нагрузив инклюзивный САП для инвалидов, наши ребята пересекают бурную Вуоксу на другой берег, чтобы перевести весь шмурдяк. Потом мы покажем, что такое инклюзивный САП. Очень интересная разработка, которая, надеюсь, поможет людям с ограниченными возможностями путешествовать по воде и даже сплавляться по бурной воде.
Как вам грузовичок? Для этих целей вообще идеально. Сейчас еще покажем, для чего он вообще, в принципе, предназначен. То есть он не только для инклюзивного применения. Причем его устойчивость, даже при смещении масс во все стороны, как бы, она фантастическая. Дмитрий, скажите, что здесь за продукция? Здесь у нас есть спортпак, создан специально для бурной воды. Спутник ЕЗ, самый компактный, самый удобный, маневренный, быстрый. По крафтингу линейки на материал. Сделаны из ПВХ. Соответственно, это экономно, это надежно. И эксклюзивный на территории России. САП специально для бурной воды. Валы, волны, пожалуйста. Бурная вода, море, в любой шторм. Что хочешь? Хотите попробовать, приезжайте сюда. У Алексея есть наша продукция. Спутник ЕЗ прописывается здесь навсегда. Вообще, приезжайте на Грибатлон. Все-таки это у нас ежемесячное соревнование. То есть каждый месяц устраивается вот такой вот грибатлон. Да, независимо от погоды, от температуры. Это САП для людей с ограниченными возможностями. Time Trial специально сделал такой САП, чтобы люди с ограниченными возможностями, колясочники, могли приобщиться к водному спорту. Подразумевается откидная аппарель, по которой можно коляску завести прямо на САП. В данном случае аппарели нет, поэтому коляску завозим сюда и фиксируем с помощью строп. Во-первых, у меня, как у водителя, была мысль, что я гондольер и качу человека комфортно, да? Дмитрий был у меня пассажиром, поэтому все хорошо, все работает. Вышли на струю, зашли обратно в суть, то есть это бурная вода. Это значит, что любая волнушка, любая какая-то посторонняя активность на воде, она способна выдержать. Мы проверили ее на серьезном пороге. Надежно, крепко. Можно ли, находясь в кресле, управлять? Да, да. То есть ты спокойно рулишь. То есть ты не просто пассажир, да, то есть ты именно рулишь процессом. То есть ты сидя ближе к носу, поворачиваешь влево, поворачиваешь вправо, да, тебе подсказывают, что ты делаешь. То есть в теории, при набравшись опыта, можно даже одному спокойно управлять. Походы на САПе по рекам, озерам теперь возможны и для инвалидов-колясочников. Если вы хотите заказать такой инклюзивный САП, обращайтесь в Time Trial. Все ради вас, дорогие мои. Что у нас по программе? По программе у нас показать комфорт и безопасность юбки. Показать, что это не страшно, что ты в ней не утонешь, не зацепишься, ничего. Ради вас я буду нырять вот эту холодную воду. Сейчас температура воздуха минус 5, минус 7 градусов, поэтому холодновато. Но ничего страшного, температура воды, она всегда не такая, как температура воздуха. Да, вода теплая, снаружи холодно. Ну что, я готов показать, насколько это комфортно, что здесь ничего не протекает. Ну что происходит при этом? Вы отстреливаете вместе с ним. Вас не держит. Нет, пар.
Возвращайся! Все, простим! Ну, как мы видели, из Веги можно быстро и безопасно отстрелиться, если вдруг перевернетесь на воде. При этом вся эта конструкция обеспечивает достаточную герметичность для того, чтобы внутри было сухо и комфортно. Покупайте байдарку Вега, она лучшая. С вами был Андрей Сонар, всем пока.